С ивентом города грез разобрались. А что с ивентами на спутанных берегах? Пошел я качать твинка, значит, а там опять народ заливает босса дамагом и не выполняет героики. Ну сколько можно? Привет, Страж, я Джонни Лейни, и в этом видео я расскажу, как активировать героический модификатор на двух новых публичных мероприятиях из дополнения «Отвергнутые» на спутанных берегах. Для активации героического мода на мероприятии с криокапсулой вам необходимо начать бить босса, снести ему примерно треть жизней, и тогда площадь вокруг капсулы зальется замораживающей жидкостью. В этот момент по бокам самой капсулы из небольших вентиляционных отверстий начнет выходить пар. Стреляйте по этим решеткам, заберите оттуда замораживающую сферу и кидайте в босса или рядом с ним. Если чутка промажете, не страшно. После трех таких реликов босс заморозится и активируется героик, где вам нужно будет захватить его, удерживая от врагов точку вокруг босса от противников. Кстати, если промажете, через некоторое время активируются новые сферы даже на месте уже отстрелянных, так что не переживайте. Второй ивент активировать уже сложнее, тут понадобится побольше стражи участников для успешного запуска героика. Надо после убийства каждого из трех мини-боссов, которые появляются у каждого из трех разбитых прислужников, отстрелить все летящие к центру от этих самых прислужников сферы. Сделать это не так просто, лучше использовать автоматы или пистолеты-пулеметы. Ну и в одиночку это сделать прям совсем непросто. После на локации появится огромный босс и героик будет запущен. Напоминаю, что за героическое мероприятие есть шанс дропа ценных наград. Особенно удачливым может упасть экзот, а также прогресс в контракты на локальной активности от завершения таких мероприятий засчитывается больше, чем от обычных. На этом пока все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и до связи!